Всем привет, YouTube привет. Очередная маленькая посылочка. Не будем долго мутить воду. Распаковка. Это у нас пришел эндоскоп для андроида, ну для телефона. Для труднодоступных мест. В общем, куча приятных таких позиций, моментов, которые он позволяет делать. Вот, собственно, содержимое посылки. Тут все русским по белому написано. Но это все и так понятно. Кстати, можно вот эту вот отсканировать штуку, этот код, и посмотреть все. Значит, диск с программным обеспечением. Вот тут несколько примочек. Две такие иголочки, насадочки две. Здесь у нас, собственно, вот он пультик. Он, оказывается, эта камера даже звук пишет. И не только. Но это потом разберемся. И, собственно, вот она камерка такая маленькая. И к ней шнур. Шнур двойной с разъемом под такое USB и под вот такое USB. Длина шнура этого с камерой составляет 2 метра. Диаметр самой камеры вот этой 7 миллиметров. Здесь также расположены 6 светодиодов для подсветки. Так, поехали дальше. Для чего вот эта куча насадок? Не буду долго тут рассусоливать. Вот они, насадки изображены. Значит, эти насадочки одеваются на непосредственно камеру. Вот, как видим, тут подсветка. Вот. Ну и тут показывают. Вот. Во-первых, еще я забыл сказать. Вся эта конструкция водонепроницаемая. То есть можно, в принципе, и вот так вот рыбу ловить. Значит, первая насадка. Она под 90 градусов. Ну, там точнее под 45 градусов идет уголок. Ну, можно, то есть, за угол заглянуть. Это первое. Вот. Второе. Значит, на нерусском написано хук. Это крючочек, крюк. И еще одна насадочка идет. Вот так она одевается. Здесь внутри находится неодимовый магнитик. Вот они, эти насадочки. Вот, и как мы видим, здесь зеркальце под 45 градусов одевается. Это первая насадка. Это для того, чтобы за угол посмотреть. Не прямо, а за угол. Дальше, вот эти насадки, я сейчас покажу, что ими делать. Вот одна из насадочек. Как мы видим, в ней неодимовый магнитик. То есть, куда-то мы долезли, чему-то вот примагнитились, достали. Это раз. Вот она, вторая насадка. Крючочек, опять же, что-то мы потеряли, залезли и, ну, условно, взяли, достали. Вот, тоже удобная опция. Я не стал изучать инструкцию, искать там где-то, пытаться переводы и так далее искать. Вот тут описано подробности. Скачал первую попавшуюся программу. Вот она, программка, USB камера. Я ее скачал в Google Market, там этих программ куча. Там настроек, вагоны, маленькая тележка. Ну вот, подключил. Только подключил, сразу же она начинает нас показывать. Во-первых, подсветка, как мы видим, довольно-таки яркая. Помещение сейчас светло.
тут все можно рассмотреть. Еще раз повторюсь, все довольно просто. Ты подключаешь разъем, и все уже заработало. И тут еще раз повторюсь, куча всяких настроек в программе, даже больше, чем надо. Ну вот такой кратенький обзор. Очень хорошая полезняшка. Вот, я считаю, она много чего поможет. Где-то там какое-то название прочитать, маркировку. Вот, тут есть и увеличение, и освещение. В общем, чего тут только нет. Опять же, не зря, товарищи китайцы, можно и снимки делать, и звук писать, и яркость менять. Видите, вот я кручу, меняется яркость. В общем, прекрасная вещь по недорогой цене. Если не изменяет память, там цена вопроса $5. Вот, я считаю, для такой штуки это очень разумные деньги, и в принципе она найдет свое место. Ну, на этом я завершаю обзорчик кратенький. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Да, и ссылочку я выложу на аналог. Я что-то потерялся там, купил и удалил из своих предпочтений на AliExpress. Ну, кому надо, найдете. Я ссылочку примерно выложу.